А, где? Где? Что здесь? Шарик? Вы кто? Королевство Крыглав. Да что мы, рыцари? Царь, ты такое дело, на нас нападают. Опять эти квадраты. Ну где они тут? Корнурью к бою стреляем. Бабах, бабах. Они подходят. Ого. Готовим пушку, артиллерия, выстрел. Бабах. О нет. Нам нужен срочно поданный ход. Мне кажется, не справляемся. Это засада. О нет. Вот так ребята и споймали нашего царя Шариков. И посадили в клетку очень-очень надолго. Настолько долго, что он успел посидеть. А продолжение увидим в следующей серии, как его будет спасать наш Шарик. Ой, кажется, здесь высоко. Вода какая-то там на дне. Ой. Где это я? Ай. Вы кто? Королевство Шариков. Ну что, мои подчиненные? О, что? Капитан, у нас нападает царь наш, капитан, спасите нас. Куда я попал? Куда меня? Сейчас мы попытаемся проскочить на счет три. Раз. Мы на счет раз это успели сделать. Так, здорово. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этот туннель, конечно, очень длинный на этот раз получился. А наверх пути-то совсем нету. Ай, как же страшно. Придется идти дальше. О, еще одна штука. Куда она меня выпихнула? Так. Видимо, придется запрыгивать по этим штукам. Что за испытания какие-то мы придумали? О! Кто? Что? Тихо, я ничего не видел. Эх! Отлично. Оп. Отлично. Так. Ух. Так, здесь испытаний в два раза больше. Как я, по-вашему, пройду вот это все? Мне срочно надо сюда. Вот выход. Я вижу выход. Это портал. Это выход. А, как бы на него теперь напрыгнуть? Попробуем по этим выступам, что ли, добраться. Оп. И теперь вот здесь. Так, сейчас она будет проезжать вниз, и мы пытаемся на нее запрыгнуть. А, я не смог запрыгнуть туда наверх, что делать? Вот, теперь получилось. Так, теперь сюда. Ой, куда она? Стой! Мой аквариум, моя рыбочка, сейчас я тебе перемещу в стаканчик и поменяем тебе водичку. Так, я почти уже сделал свое домашнее задание. Эй, братик, смотри! Ну что, залаживайте бомбу, динамитом подрываем и делаем проход. Так, сейчас мы будем устанавливать наше дерево-ловушку, и пускай не думает, что это фрукт.
На самом деле, там пропасть. О, яблочко! О, еще одно яблочко! Эпа! Куда все падают? Бабах! Так, слушай, Красный, теперь ты с нами. Давай нам помогать, а то злодеи куда-то нас схватили. Ой, еще развалины какие-то. Так, пока что мы тут братаемся, кинаемся, играемся. Что-то где-то происходит страшное и неладное. Кому-то же нужно будет во всем этом разбираться. Пора мячик побуцаете, погнали с нами. Оп, передача, передача. Чё? Босс? Ого. Где-то ночью в лесу живет гигантский босс! Нет! Костры они тут разводят, у них глаза ночью светятся! А что же будем делать? Это ничего не живет! Они, наверное, какой-то страшный план там придумывают, чтобы нас съесть! Что? Какие-то они планы строят, очень коварные, наверное, хотят... Сжечь деревню шариков. Да, не любят они их все никак. Опять планы какие-то коварные. Ха-ха, начали рыть. Чё ж вы динамит-то в прошлый раз использовали? А сейчас решили рыть эти ямы. Это странные. Странные квадраты нынче тут пошли. Так. Чё, ты вылезти не можешь, мы тебя теперь свяжем. О, босс, они связали нашего квадрата. Хе-хе-хе. Ты кто? Тем временем в каком-то немалом месте схватили девочку, которую тогда утащили. Что же это за место? Все какой-то синий, но наш могучий жар сейчас с этим разберется. По-моему, это вообще похоже на какую-то лабораторию. Может быть, ты мне скажешь? Или ты? На тебе. О, там, смотрите, на самом деле квадрат в ванне. Ха-ха, все, упал он куда-то в этот отвар непонятный. И что они тут делают с ней? Непонятно, может быть, боссов создают? Так, мне кто-то даст ответ на эти вопросы, или мне придется со всеми сражаться? Ха-ха-ха. Поднимаемся. Странно, почему-то квадратов сразу эта штука прибила, а нас нет. Вау, вот он пульт. Так вот этот босс, который тут в лаборатории живет. В очках, смотрите, он тут сидит. На тебе сейчас колбами буду бросаться. Давай, бросайся. Бам. Ой, ты смотри, не ту колбу сейчас кинешь, он быстро превратится. Хе-хе. Получай. На тебе красную колбу, чё они все пропадают? Ой, ой-ой-ой, босс забоялся, да? Сейчас мы тебя слоем. Нет, это что за колба? Он превратился в робота какого-то босса непонятного, ого. Нет, бежит за нами. Что, так он остался жив? О, страшно, страшно. Интересно, куда же теперь делся этот босс? Так. Что здесь у нас? Папка пришел! Вау, а это кто такой? Что это за монстр? Ничего себе! Вау, 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 вау! У него какая-то магия! Интересно. Нет, они нападают на наш поселок. У них новый босс. Вау, у него лазерная пушка на голове. Так, просыпайся, шарик. Ты видишь, что тут происходит? Давай спасай быстрее наш маленькие поселочки. Нет, дома горят. Ну ты все сделал, босс. Ну ничего, найду на тебя управу. Давай, давай. Не, хоть и маленький, но шустрый. Сейчас ты получишь. Кто ты своих этих злодеев по одному решил послать? Да ничего не... Бабахнем! Хе-хе-хе!
Что это я вижу? Куча квадратов? Нет, мы попали на какое-то испытание! Чего? Это первый босс из зеленых холмов! Ай! Ты что? Ты хочешь меня что ли побить? Не надо, не надо, не надо, не надо! Так, смотри, что-то вызывает! Ай, ай, ай! Ты чего? На тебе камни твои назад! Ой, ай, ай! Ай, я сюда, шарик! Нет! Ой, пила, 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 пила! Откуда у тебя столько пилы, не понимаю! Ой! Так, сейчас одну возьмем и оп! На тебе по голове! Я тебя точно съем! Нет, это железный! Склоняемся! Опа! Оп! Потихонечку! Уклончики! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что? Это же лунный босс! Вы что с этой трубы решили все повылазить? А ну, брысь! Ай! Ай! Не надо, не лови меня! Только не слови меня! Молоток? Что? На! Не ожидали, квадратные зрители! Так, подземелье, это самый крутой босс. А, что же делать? Так, эти штуки падают, нужно от них убегать. И сейчас мы одну прямо взорвем в него. На! Ой, 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 где это мы? Куда это мы попали? Что-то здесь не так, мне кажется. Здесь точно что-то задумали эти страшные квадраты. Нажму какая кнопка, полопает по одному. Сейчас будем придумать всей нашей командой план. А ну напоем на этих, давай все вместе. Бам! Что такое, не ожидали, да? Так, хорошо, двигаемся мы тогда в другое место. Ой, 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 их очень много. Распределяемся. Опа. Готово. Ха-ха, сейчас мы доберемся тут повыше. Ловушка! На тебе, квадрат! Беги, беги! Чувствуй, чувствуй, ребята, будет очень сложная битва! Хо-хо-хо! Ничего себе, сколько квадратов! Немножечко даже страшно становится! И у нас есть молот! На, получай! Оп! Оп! Прыгиваем по одному! Давайте, давайте! Как вам с молотом легко справляться? Троих сразу? Точно знал, что он меня здесь поджидает со своим стадом квадратом. На, прыжка, светушки, бамс. Ну что, не ожидал, да? Получай, молодец. Так, сколько раз тебе нужно ударить? Отлично, три. Ай, ты бил мне молоток. Так, это последний удар, и ты его прыгаем. Передвигаемся, оп. Ха-ха. Они взрываются, получайте, монстры. Давайте вы просто по одному будете лопаться. А ты не пройдешь последний. Ах, ты пролез. Ты смотри, какой тут у нас проныра появился. Так, я нажимаю эту кнопку, и все, сейчас на вас что-то упадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это просто град каких-то бомб. Получайте, злодеи, бомб-бомб-бомб-бомб. Ну что, классно мне получилось? Так, а это что? Что это за дорога такая? Все крутится, катится, вертится. Сейчас мы будем прыгать и... О, тут меня ждал босс! А я тебя съем, шарик! Нет, смотрите, армия квадратов! Ой! Ой, нужно убегать скорее, нажимаем на кнопку. Так, и что будет? Это же лазер! Теперь все развалилось! Я его теперь взял в руки! А ну-ка, босс, иди сюда! Получай! А ну-ка, сейчас мы его бабахнем! Хе-хе-хе!